В день смеха клоуны порадовали горожан карнавальным шествием. Кроме знаменитых одесских, нас посетили артисты из Армении, Бразилии, Германии, Чили, Швейцарии и Израиля. Завершился веселый марш награждением победителя. Кто стал самым лучшим клоуном 2016, знает Ксения Терзи. Одесситы продолжают праздновать День смеха. В Одессе стартовал 6-й, уже традиционный для нашего города фестиваль клоунов. Именно благодаря этому наш город известен далеко за его пределами. Сегодня к нам приехали гости из Германии, Бразилии, Франции. А вот давайте мы себе представим, что на секундочку мир существует целый день без смеха. Что это будет? Ну, угрюмо будет, серо будет. Не знаю, плохо будет. Последние два года юморину в Одессе не праздновали. Теперь горожане вновь могут окунуться в атмосферу Дня смеха. Да, прийти просто посмотреть праздник, пройтись с оркестром, пофотографироваться. А как вы думаете, чего не хватает нашей юморине? А, я думаю, не хватает, как раньше, людей. Побольше, конечно, веселья, потому что сейчас в стране такая ситуация, что мало ли кто веселится. На карнавальном шествии можно было встретить самых неожиданных персонажей. Кто вы сегодня? Я принцесса уточек. Принцесса уточек? А чего же у вас только одна уточка? Все остальные дома. В праздновании Дня юмора принимали участие не только профессиональные комики, но и обычные одесситы. Мы нашли на одесской комедиаде супергероя. Бэтмен, расскажите, вот как вы выбрали ваш образ? Не знаю, это вышло спонтанно. Просто любовь к комиксам дала себе знать. Джонни как услышал по телевизору, что будет шествие клоуна, он говорит, так, одевайте меня и вперед на Дерибасовскую, будем выступать. После карнавала на сцене возле памятника Дюку назвали лучшего клоуна. Комиком 2016 года по версии Одессы стал француз. Ксения Терзи, Александр Бондарь, Думское ТВ.